Новодевичий монастырь веками хранил за своими стенами сокровища, которые мы можем видеть сегодня. Каждая кирпичная стена монастыря дышит историей. Здесь проходили важнейшие события, связанные с российской культурой и политикой. Сегодня Новодевичий монастырь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и продолжает привлекать туристов своей красотой и величием. Прогуливаясь по его территории, можно ощутить атмосферу спокойствия и умиротворения, которая контрастирует с динамикой окружающего мегаполиса. На что еще мы можем посмотреть в обители? Мы с вами находимся в Напрудной башне. Это угловая, круглая, дозорная башня. Окна ее выходят на сквер Девичьих прудов. Сами пруды, конечно, украшают панораму за окнами. А внутри экспонируется коллекция поливного изразца. Это подлинный изразец 17 и 18 веков, изразцовый бой. В этом помещении мы с вами видим удивительный образ Иверской иконы Божией Матери. Это список с чудотворной иконы, привезенной на Русь в 1648 году. Список выполнен мера в меру местными мастерицами Новодевичьего монастыря. А поклониться тому самому образу, который был привезен, мы можем с вами в Амвросиевской церкви обители. Нам с вами открывается восхитительный вид на шестиярусную колокольню Новодевичьего монастыря. Это необыкновенно эффектное здание, по высоте составляет 72 метра. Интересно, что в первом ярусе колокольни находится уникальный храм. Это церковь, посвященная пустырнику Варлааму и царевичу индийскому Иосафу. Подобного храма вы не найдете нигде в мире. Новодевичий монастырь не только хранит в себе сокровища прошлого, но и продолжает жить, развиваться и вдохновлять людей.